Так, привет всем, с вами Виталина Вовая. Как видите по записи, я буду я снимать второй личный дневник. Первый я не снимала, потому что первый у меня был просто не такой, как этот. Я стараюсь в личном дневнике мало клеить, больше писать, но не получается, все равно приходится украшать и так далее. Ну, выглядит у меня, конечно, вот так вот. Не знаю, сколько листов, потому что этикеточку я оторвала. Ну, нафига мне, честно, не нужна. Я не люблю, когда у меня этикетки. Ну, вот кажется, он просто сильного цвета, а если так посмотреть, он с такими узорчиками на пружинке, тут даже есть деление. Ну, начнем с первой странички. Я буду показать вот так, так, вот так, потому что так не будет видно, когда я положу. Первая страничка, кстати, у меня есть с другом, такая закладочка, я смотрела в интернете, как ее делать. Вот она у меня живет тут, охраняет мой личный дневник. Ну, вот такая вот смешная закладка, такая с непонятными глазами. Да, вижу, что с непонятными, как-то я неправильно их наклеила. Ну, вот первая страничка, она получается в том, немного ошиблась, ну, вот так. Тут я написала, когда начала и закончила. Это как у меня была бы главная страничка, не помню, как называется. Дальше у меня, то есть я всегда пишу дату и название, что я пишу. Это приветствую дневнику, если вам интересно, прочитайте. И такая табличка, и написано лето. Следующая страничка, это все обо мне. И тут есть, ну тут не личные данные, у меня такое лето. Холодное тепло, просто у нас такое лето холодное, бывает теплое, но было тепло такое в мае. Вот тут вот так. Это написано лето, моя любовь не спрячь. Ну, это то, что если, например, лето холодное или какое-то, ну, не сильно такое нравится, но все равно я буду любить лето, каким оно есть. Дальше, дорогие друзья, я не буду показывать врага и друзей, ну, друзей могу, но я ее не дописала, потому что это личное, враги, ну, просто не могу показать вам, ну, не заполнила до конца, потому что я уезжала. Потом, любовь к музыке, вот, написала I like music, если вы что-то хотите, чтобы я добавила, пишите в комментариях, и если что, подскажите мне, как вообще сделать какие-то странички интересные, просто я не знаю. Вот, заполняю редко личный дневник, и уже не знаю. Ну, я написала такие секретные слова, потом как я, если я хочу слушать музыку, то я слушаю, ну, что такое. Потом мой секрет, вот это такая, такой вот конвертик, где наклеечки написано секрет, мяу, кошачья тайна. Сейчас я вам открою, на первой страничке вы увидите вот такое вот отколо. Потом, когда мы вот так вот это увидим, такого маленького котенка, и покажу вам, вот, потом открою, посмотри. Просто я хотела, вот, например, если кто-то влезет в мой дневник, чтобы просто, ну, пусть отвлечется вообще и не будет смотреть мой секрет. Ну, там не сильно мой секрет, там просто эти дни, что у меня случилось, и плохо там все было. Ну, я так подробнее не написала, что там было. Вот такой смайк, улыбайся всегда. Делаю его с помощью клеток, ну, как вы знаете. Сейчас я... Ну, если кто-то полюбопытствует или кто-то уже подумает, то в следующем канашке мой секрет. Только я не буду его показывать, потому что все-таки это секрет и это личное. Ну, так, потом YouTube написано, или канал, какой мне нравится канал. У меня много каналов, говорю, всегда нет времени, когда что-то интересно делаю, пишу постоянно, пойдем в магазин, иди в магазин, там, помоги мне, или что-то еще, я всегда не успеваю. Что у меня тут только три канала, Катя Клэп, Карамелька Кофе, если вы хотите добавить, что я добавила вас, пишите в комментариях, я просто немного никого не знаю, я просто не знаю, добавляю каналы, а так никого не знаю. Потом классный день, это мы с папой когда ехали на природу, перед ну, там, и тут я написала описание, мне он понравился. Хоть, если вы хотите, прочитайте. Это тут тоже нет такого секретного, что прям вообще. Дальше страх и ужас. Тут, когда написано, тут записка, потом открываем, тут написано
Хочу на Лиза, да-да-да, мяу, смешно. Ну, короче, надо тоже что-то добавить, я не знаю, мою девочку нарисовать. Дальше тут тоже немного секрет. Вот она все украшена наклеечками, сделала я сама эту штуку. Очень красиво, мне нравится конверт. Если хотите, кстати, я придумала конверт сама, как его сделать. Если хотите, чтобы я вам показала, напишите в комментариях, обязательно вам покажу, как его делать. Так он очень милый. Открываете, видите, Монстр Хай. Эту, как ее, Франкенштейн. Ну тут, когда мы видим, мы открываем, написано страх. Не буду его раскрывать, потому что потом долго слаживать. Ну, в общем, это там, ну там секрет свой, как, ну не секрет, просто такая. Дальше мои любимые две странички. Первая это погода лета, 2014. Там написано такой конверт погода лета. Если мы откроем, то увидим тучку. Тучка не простая, а золотая. Вот такой дождик у нас. Интересно, потому что лето у нас дождливое, кировским. Ну, потом я просто первую самую, из чего это состояло, из лагуны. Просто я наклеила сюда лагуну и самую первую. Ну, потом тут написано, какое у нас лето, там что такое. Написано, потом настроение, стрелочка, кошечка, котенок, точнее, потом когда открываем, написано плохое, ну, настроение. Потом на следующей страничке уже 11 и написано подарки, что я хочу. И тут таких описания на мой день рождения, и тут таких два конвертика, тут написано, что я хочу. Это секрет, и я вам не буду показать, что я хочу. Дальше тут любовь. Это на русском я купила много пачек, много конфеток. Дальше такую я выиграла этот сумку. Вот это просто наклеила. Вот он. И потом большой чек в АТБ. Если вам, я могу вам показать. Ну, вот такой у нас чек. Мы скупились на 161. А сегодня бабушка скупилась на 200, на 200 с чем-то. Ну, бывает такое, что ну, намного скупляемся. Ну, бывает вообще на 300 скупляемся. Ну, когда хаос, когда берем оценку там. На пару глаз. Например, это секрет, просто вам показала, не могу. Дальше, это такая вот фокус, ну, видите, это полная, да, а потом, когда переворачиваем, тут полная. Ну да, вы не поймете, я сама его не понимаю, тут что-то мне надо добавить, что я не знаю. Я прям не доделка. День плохой, тут у нас даже не написано конкретно, почему он испортился, потому что это вообще секрет. Если эту запись я так покажу, то все ее прочитают, и я позорюсь на весь свет. Тут же не написано, что просто написано, какая была. Тут потом тучка тоже у меня есть. Вот. Радуга. Что ж такое? Могу нормально засунуть тучку долго. Так, на следующей страничке у нас водопад, когда я сделала вчера. Написано водопад любви, написано любовь, мама, плюс я. Вот сделала я такой, ну, любовь, мама, плюс я. Его делать очень легко, не думала, что тяжело, делается очень легко, делаю его уже, только делала первый раз, не делала до этого. Дальше, любовь, это сегодня сделала страничку, тут я, это мне еще не все, у меня там где-то еще осталось точно, точно так, только больше. Тут такие эти, и тут написано любовь из. Ну, после этого мы, если мы открываем, то мы видим сердечко вот такое вот. Это кармашек сердечко. Вот тут с двух сторон кармашек, под низом кармашек. Можно сюда ложить. Ну, как вы хотите. И еще, там где-то еще есть много кого. Много чего, много кого странички. Это вам покажу, да, чтобы вы поняли, что там и как. Тут есть. Значит, на мой секрет, не весь. Потом, когда мы открываем это. Видим шифр, у меня только ДД. Секрет. Я просто делаю его тут, чтобы никто не лез, и если кто-то откроет дневник, он не будет знать, да? Ну, еще у меня тут есть запись моей подруги. Тут я написала вот так вот.
желтым чаем бутыла, потому что кажется, что какой-то рисунок, на самом деле это не рисунок, а запись. Так вот. Такая наклеечка с журнала «Лучшие подруги навсегда». Так вот, вот. Ну все, пока всем. Если вы хотите, чтобы я вам показала, как делать этого маленького чудика, то пишите мне в комментах. И все, пока всем. Ставьте лайки или пальчики вверх. Все, пока всем. Целую, пока, люблю.